Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я». Говорят, обладание чувством юмора помогает легче пережить нехватку всего остального. И, как говорил мой дедушка, как бы тебя ни поставила жизнь, стой красиво. Поэтому подписывайтесь на наши анекдоты, ставьте лайки и пишите свои комментарии. А мы начинаем. Слышал? Коля умер. Да ты чё? А чего? Идиот. Ляпнул своей жене, что она в постели не входит даже в первую пятерку. Ну, в принципе, он был прав. Так тише ты. Хочешь быть следующим? А мои бабушка с дедушкой очень любили играть в прятки. Да, бабушка прятала от дедушки самогон. Ну а когда вечером дедушка его находил, тогда пряталась бабушка. А я напоминаю вам, друзья, что наш конкурс на лучший ваш комментарий продолжается, так же, как и наши анекдоты. Поехали! Идет пятачок с Винни-Пухом по лесу. И тут Винни-Пух подумал, пора подкрепиться. Он сел, подкрепился и дальше пошел без пятачка. Кать, а ты не жалеешь, что замуж вышла? Ну что ж, я не человек. Конечно, жалко его, но пусть терпит. Молодому выдающемуся пианисту разрешили сыграть и записать концерт Рахманинова. Боже мой, он в восторге бежит в студию, забегает и говорит, все, я готов. И вам встречает такой старый звукооператор, который работал еще с самим Рахманиновым. И говорит, здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Говорит, вы играете на пианине? Говорит, конечно. Говорит, будьте любезны, сейчас я настрою аппаратурку, а вы мне сыграйте, пожалуйста, гамму. Да, фа мажор. Ну, пианист сел, сыграл гамму фа мажор. Он говорит, хорошо, хорошо, тихо. А теперь, пожалуйста, си минор. Пианист сыграл гамму си минор. И снова в ожидании. Старый оператор сел и занимается своим делом. Пианист говорит, я прошу прощения, а когда мы будем записывать концерт Рахманинова? Говорит, ой, извините, вы еще здесь? Вы идите, идите, я все сам смонтирую. Скажи, только честно, у нас с тобой отношения или хихоньки да хахоньки? Фу, какое же это мерзкое слово. Какое, хихоньки? Да нет, отношения. Мужик выбегает на перрон, за ним бежит сын, а у мужика сумки, чемоданы. Он бежит по перрону и смотрит вслед уходящему поезду. Он бросает все эти вещи на перрон, поворачивается к малышу и дает сыну подзатыльник. Он говорит, папа, за что? Он говорит, а что делать, сынок, блядь? Что делать? Подсудимый, вы клянетесь говорить правду и только правду и ничего, кроме правды? Нет. Нет? Нет. Блять, и что теперь делать? Ваське девушка общается с парнем и пишет ему, тебя как зовут? Он ей пишет в ответ, Нургурстан. Она ему пишет, ты что сейчас, головой о клавиатуру ударился? Или в инстуре есть такое имя? Коля, я не поняла, а что ты отвернулся? Спать буду. Подожди, как же так? Ты же обещал, что будем трахаться до упаду. Уже упал.
друзья, мне нравится, что наш человек, он молодчина. Он может находить выход из самых-самых затруднительных ситуаций. Вот у меня вопрос. Как он, блядь, находит туда вход? Коля, ты обещал жениться на мне этой зимой. Галя, ну давай будем откровенны. Это что, зима? Иза пришел в публичный дом, взял девушку, провел с ней целый час времени, потом одевается и говорит ей: дорогая, что я вам должен? Она говорит: ой, а сколько вам не жалко? Он говорит: что, совсем бесплатно? Молодой человек, а как вас зовут? Сергей. А меня Лена. Ну что, Сергей, может, бухнем? Вы знаете, Лена, у меня такое складывается чувство неприятное, что мы с вами подружимся. Сара говорит: Яша, ты видел? Ты видел, какое у Фриды кольцо на пальце? Вот такой бриллиант, где-то на 5 карат. Он говорит: фу, Сара, не показывай на себе. Люди, пока зима, идите все на лед. Вы там провалитесь, начнете махать руками, льдина отколется, понесет вас далеко. Ну тут прилетят мужики здоровенные, обматерят вас, посадят в вертолет, напоят горячим чаем, еще раз обматерят и поедете домой на такси. Не, ну правда, ну а что еще делать в субботу? Яша прибегает с работы домой, уставший, злой, потому что его разнервничали на работе. Он забегает домой и говорит: Роза, у нас есть что-нибудь выпить? Говорит: есть цейлонский чай. Говорит: ой, Роза, а что-нибудь покрепче? Ой, возьми себе новый пакетик. Две подружки разговаривают, одна говорит: представляешь, Люська, я сегодня с мужиком таким познакомилась, у него цепь золотая в палец, а кошелек такой, ну, не поднять, да? А там как? А там то же самое, с палец и не поднять. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока. Ha 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 ha!